Университета не дотянете, дорогой Ломоносов. Курс гимназии не окончить. Угнетает меня грамматика эта. Не знаю, как выписать красивые русские слова. А вы что? Что думаете? В университет попасть без синтаксиса? А еще стихи пишете. Шопенгауэра одолеть желаете. Не получите вы Шопенгауэра. Не получите, рановато, рановато. Что хлеб соседу своему Гурию оставили? Подвигите ее, подвигите! Эй, вы, великолепие человеческого духа! Черту! Знаете ли вы, что такое Бог? Я говорю, что он крит дурак! Я докажу вам, что Бог умнее греха! Поймите, человеку необходимы боль, страдания и неудачи, чтобы в нем жило высшее сознание. Понятно, да? Поэтому не мешайте людям драться. Опять верно. Да. Мой Шопенгауэр. Философ Шопенгауэр. Самый умный тот, кто не проявляет жалости, так как он знает, что не встретит ее и по отношению к себе. Поймите, Максимыч, человек дикое, ужасное животное. Мы знаем его в укращенном и прирученном состоянии. А вот когда с него спадают замки и цепи закона, тогда только выявляется действительная сущность человека. Никифорович, мое почтение. Здравствуйте, господин Плетнев. Играете? Играем. Играйте. Перестаньте играть, господин Плетнев. Чего стоишь? Чего смотришь? Чего не видала, дура? Играйте, играйте. Как он ее кинул, и только вмешательство господина Дон Кихота на время прекратило драку. Но господину Дон Кихоту досталось от мадам, она ему всю рожу заплевала. А ты, должно быть, доказывал ему. Да, доказывал. И доказал, что человеку необходимы боль, страдания, чтобы в нем жило высшее сознание. Доказал, что самый умный тот, кто не проявляет жалости. Пой, ласточка, пой. Да, так как он знает, что не встретит ее по отношению к себе. И поэтому должен терпеть. Да. Должен! Отрочий человеческий человек, у него необходимы страдания и боль. Смотри, чур! Самый умный тот, кто не проявляет жалости. И не отрекусь. Ой, ласточка, бой. Ну, хоть человеку и необходимы страдания, а покушать нам следует. Что, Максимыч, наелся? Конечно, наелся. Угу. Это тебе осталось. Денег, понимаешь, сегодня в типографии нет. Но мы их раздобудем. Вокруг тебя луч радости светлее, в тебе дары ума и красоты. И если кто душой моей владеет, ах, это ты, ах, это ты. Эх, Гурочка, артист вы! И будь вы чуточку покрасивше, устроила бы вам судьбу около женщины. Нет, не требуется. А вот не смогли бы вы на завтрак, обед и ужин одолжить 1 пятак? С возвратом. Живем, брат. Ну, Максимыч, айда в трактир. Хлеба, сахар, чаю. Живо! Ох, угнетает меня грамматика эта. Как выписать красивые русские слова, не знаю. Стихи. Живя ощущениями новыми, исполненный новыми силами. Эх, Максимыч. Полиция. Идет обыск у однорукого. Ах, 37 чертей. Послушай, Максимыч, беги, брат, скорее в булочную Деренькова. Когда войдешь в магазин, спроси, нет ли того. Только смотри осторожней, нет ли там сыщиков. Черным ходом беги. ли работы у вас? Есть. И для вас найдется. Выделенко. Ну да, ну. Петра арестовали. Какого Петра? Вот длинного. Похож на дьякона. Ну? Больше ничего. Геометрия, срез, тюрьма, мышеловка. Эвкали, дурак! Дурак! Я докажу, что Бог умнее грека! Докажу! Эвкали, дурак! Умнее Бог! Эвкали, дурак! Гурочка убежал! Убежал, Гурочка! А-а-а! Вы великолепие человеческого духа! Чёрту! Выручай! Ну, что, брат, из-под лодки прогнали? Из-за меня это. Ты откуда? А, из города. А ведь у тебя хлеб есть. Ты зачем здесь? Работу ищу. Тут нашего брата, что желтых листьев осенью. И все есть хотят. Ладно, устрою. Как девушка, а ведь честь потерять больно. Ежели жрать надо, и украсть можно. Ты, Максимыч, воровским шалостям не приучайся. Я вижу тебя путиной, и человек духовный. Что значит духовный? А у которого зависти нет к человеку, одно любопытство. Это неверно. Многому я завидую. И больше всего тем, которые учиться могут. Опять университет. Вот если бы мне предложили, иди учись. Но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками. Ей-богу, согласился. Не тебе жизнь светит, а к своему месту на полуости вовремя доставят. О! А вот есть харч, да и выпить. Айда в трактир, чаю на всех, калачей, бутылку. Пропить-то надо только голенище, а головки отрезать и дать студенту. Он ходит в развалившихся порках, сдохнет. Дать студенту опорки, коль сдохнет. это да. Вот так играть. О. О. Люблю образованного человека пуще красавицы. О. Максимыч, здорово. Здорово. Ну, и чего с тобой вчера сделали? Я вчера ночью в радости жил. Не испытал еще такой. Так хотелось всю жизнь прожить. Изголодались люди о труде. Все человек сделать мог. Сила человеческая природу покорила. Людьми себя почувствовали. Ох, как работает. Это на него-то, на хозяина. Да нет, для себя. Для души, для души. Сколько дали душе? Душе? 40 копеек. И чего ты сделал с ними, с деньгами? Да вот, купил Шопенгауэр. Философ, дурак. И хуже того, идиот, да ведь это же работа теперь последняя. До весны работы не будет. А я теперь двину в теплые края. Мне бы свою дорогу найти. Делов-то хватит. Пошел бы со мной. Нет. Нам не по пути. Ну, коль не по пути, так не по пути. Дай руку. Ищи работу. Не найдется ли какая работа? Ступай, ступай. Нет работы. Какая к зиме работа? Ты что, дворник, что ли? Иди, знай. Это не твое дело. Простудишься, брат, без штанов-то. Еще что скажешь? Простудишься, умрешь. Ну? Больше ничего. Ну, чего больше? А ты зачем это говоришь? Так, а нельзя мне повидать самого хозяина Василия Семенова? А это я самый есть. А? Что? Вот те и дворни. Айда прочь. Эй! Ты целков в месяц схож? Ладно. Паспорт есть? Не надо приказчику отдать. Ступай вон туда. Чкочка. Человеку, чельте! А ты не бойся. А я не боюсь. А ты кто будешь? Человек. А зовешься как? Алексей Максимович Пешков. Эй, Максимыч! Ну, дошел до своего места. Ого, кушать хочется зверя. Булочки звери хочу. На. Отшельнички, шельмочки мои. Егорша, в темноте, во тьме живут, а? А ведь они... Чучка. Ах, угоднички, затворнички вы мои. На, чкочком. Ух ты. Егорша. А почему где-то он у вас без штанов гуляет? Похмелье выхаживает. А он не полоумный. Погоди, он тебе мозги развернет. Ты найди такого другого. Он еще 5 лет назад тоже пекарем был. Сошелся с женой своего хозяина старухой. Научил ее извести пьяницу мужа мужьяком. Ты забрал все дело в свои руки. О, какой Семенов! Удивительно говорите вы о нем. Да чего это удивительно? Словно хвалитесь. А есть чем хвалиться. Ты раскуси. Был он простой рабочий человечишка. А теперь перед ним сам квартальный шапку ломит. Это, братец ты мой, непрост человек. Да видно, непрост, коли хозяин отравил. Свидетелей этому нет. Бываешь, что и по зависти про человека говорят. Не любят, когда нашему брату удача приходит. Какой же он тебе брат? Да у тебя язык длинный. Длиннее твоего не сыскать. Ты чего, Лёнов? Ну? Кого бьешь, глухой черт? Здорово! Бьет. Ой, как сильно бьет. Совсем забьет. Ему что убить человека, что изувечить. Все едино просто. Это ваш брат. Человека до смерти бьет. А ты пошел бы да помог. Егор, и тебе рожу скособочит. Про что грохаешь? Грохала. Ну? Как работает? Ничего, здорово. Ага. Завтра с утра с булками к университету пошли в разнос. А потом поставь его тесто набивать без смены неделю. Грохала. Здорово. Теперь тебе имя Грохола. Ты не бойся, я буду тебя защищать. Максимыч, дорогой Ломоносов, Куда это вы запропали? Коллега, вот это и есть тот самородок, который для того, чтобы попасть в университет, согласен, чтобы его по воскресеньям на площади били палками. Перестаньте балаган разводить. Вы Гурия Плетнева видеть желаете? А где он? Он ежедневно бывает у Дереньковых. Максим, разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет его от страданий. Понятно? Спасибо. Вот вы какой! Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? Я только 5 дней как начала ходить, а до этого 3 месяца пролежала в постели. Мне много говорили про вас. Вот я и захотела посмотреть, какой вы. Отчего же вы молчите? Вы застенчивый. Ну, почему же вы молчите? Где Гурий? А Гурий все про вас расспрашивал. Вы где же это обретаетесь? Я работу нашел у булочника Семенова. Там интересно. Там есть кому доброе слово нести. И надо это делать. Надо, потому что тяжела жизнь народа. И просвещение ему необходимо. Необходимо. 1 минуту. Говорят, вы стихи пишете? Скребу. О чем? О чем стихи-то? О том, что весной снег тает не для того, чтобы стекать с грязной улицы в подвалы. Человеку... Вот возьмите. Это для начала хорошо. Прочтите. А вы приходите к нам. Вам по субботам здесь будет интересно. Вы и Гурия Плетнева увидите. Как высоко твое, о человек, призвание, есть все в твоей душе, чем полно мирозданье. В ней все нашло себе созвучие, ответ. Скажи, пожалуйста. Мне жизнь в удел дала нужду. Чего же я от жизни жду? Верно, мать честная. Иной раз, братцы, так жалко душонку свою. Пропадай. Что такое созвучие? Он разные слова собирает. Ты вот все толкуешь, братцы, дружно. Чего от жизни ждать-то? Зол, Семенов. Если б дружно взялись, и Семенов подобреет. А язык чешешь ты много, будто все знаешь. Ну? Да и живем-то как рекруты, и все это никуда и ни к чему. А ты к чему? А к тому, что крапиве свое место, а маку свое. Вот ты послушай, как высоко твое, о человек, призвание. Есть все в твоей душе. Чем полно мирозданье. Ха! Из чего придумала? Ловко. Книгу жечь нельзя. Как так? Так нельзя. Нельзя. Дайте сюда. Ну-а-ну-а. сердце захолонуло. Так и думал, схлестнется он с тобой. Ну, теперь грохало держись. Начнет он тебе покорять. Растяпа, что ж не видел? Стал быть, не видел. Стал быть, не видел. А тебя наказывали, гляди. Стал быть, не доглядел. Стал быть, не доглядел. Не ко двору ты нам, парень. Скандала нам не надобно. Разберегишь ты хозяина один, а он на нас сердце будет свое срывать. Ты, грохало, бери-ка расчет. Все равно теперь тебе житья не будет. Уходи ты. Зачем уходить? Дай ему молду, а будет лад, и я заступлюсь. А что? А то возьму гилю фунтов сли, а то полено. Опять Яшка верно говорит, младенец. Зря пугаете человека. Он добро сказывает, а вы ему уходи. Господин Грохола, подь-ка сюда. Перетаскай мучку со двора в сенцы, Грохола. Притвори дверь-то, Василий Семенович. Дует больно мне. Что? Дует! Это все из-за тебя. Черти бы тебя взяли. О! Да тут их сотни-полторы. Ага. И треть все не уберется. Он не уберется, назад перетаскать заставлю. Ничего, ты здоровый. Издеваться над собой не позволю. Да, но... Не позволю. Давайте расчет. Таскай, таскай, знай. Куда пойдешь зимой? С голоду подохнешь. Расчет. А в рожу хочешь, а? Что, хозяин, стой, что ты, что? Да пусть это, ну, что ты? Хозяин, это, да пусть, пусть, чего? Да пусть, ну что ты? Хозяин, ты. Ты кто такой есть, а? Да я полиции скричу, да? Хотя... Здорово! Грохало. Видал я, как ты его. Слушай, я про это никому не скажу. И ты не говори никому. Я не собираюсь. Кто-то. Все-таки хозяин, верно? Ну? Надо кого-нибудь слушаться. А то все передеремся. Надо, чтобы уважение было. А к тебе уважение не надо было? Ну, мы что? Люди. Люди, понятно? А разве это человек, который постоять за себя не умеет? Для хозяина, брат, зубы нужны, да когти. Для жизни они нужны. Кто меня понимать может? Никто не может. А ежели дашь себя по зубам бить, тебя никто понимать не станет. По-моему, на болоте горох не сеют. А верно я говорю-то? Верно-то верно. Только крапиве свое место, а маку свое. А в том-то и дело, что мы-то не крапива, а он не мак. Но все дело в том, что подло привыкли жить за счет чужой силы. И эта привычка проникла во все действия и отношения людей. Она стала второй природой и не только приняла отвратительные формы, но в корне подрывает глубокий смысл труда. Его поэзии... Эту поэзию сможет осуществить только хлебопашец в его непосредственном общении природы. А мироед позволит вам осуществить эту поэзию. Через страдание и боль приидет человек. Да. Человеку не нужны страдания и боль, чтобы чувствовать свое достоинство. Послушайте, чтобы иметь право критиковать, надо верить в какую-нибудь истину. Во что верите вы? Моя вера на коже у меня выдублена. Мне Семенов ясно все объясняет. Лучше Шопенгауэра. Морозовская стачка организованный... Много балакают они о любви к народу. Это борьба, да, но ведь эта борьба задерживает рост культуры. О какой культуре вы беспокоитесь? О культуре небольшой кучки людей? Я слышала весь спор. Выражается лишь в том, что они не... Отчего вы такой угрюмый? У меня недавно бабушка умерла. Вы очень ее любили. Труду, но такая же неукротимо жадная, как и любовь к женщине. Да. Вы давно работаете у Семенова? Недавно. Интересно. О жизни в булочной вы напишите. Я постараюсь устроить это в либеральной газете. Максимыч, пошли. Давай подружимся. Давай. Я рядом теперь с тобой буду. Ладно? Ладно. Пишешь? Пишу. Про что? Про жизнь пишу. Вот как живем. Да, что вы говорите, живем и собаки хуже. А куда пишешь? Газету. Либеральную газету. Да, погоди, погоди, это что это за слово? Либеральная. Да. Опять слова ищешь. Ты зачем это ищешь? А тебе на что знать зачем? Интересно. Гоняется человек за странными словами. А зачем? Забрало все-таки тебя. Забрало. Забрало. Стих. Стих есть такой секретный. Кто его знает, тот все может и сделать. Это стих на счастье всех людей. Только весь его никто пока не знать не должен. Все слова розданы по отдельным разным лицам, рассеяны по всей земле до сроку. И ходят по земле неприютные люди, собирают эти тайные слова. И как соберут, станет известно, и счастье придет человеку. Почему? Сам знаешь почему. Честное слово, не знаю. Ну ладно, притворяться-то. Слушай, Осип, ты говоришь стих на всеобщее счастье. На это дело слово либеральный не подходит. То-то, не ори. Полуношничайте, а утром продрыхните до какой поры. Ты, псалтырник, завел эту ночную моду. Ты все. Гляди, насосутся они уму разум из твоих книг, да тебе же перму ребра и разворотят. А-а-а. Иди сюда. Иди, говорю. Садись. Желаю беседовать с тобой. Пей. Не пью. А? О-о-о. Ну, говори что-нибудь. Никиту надо в больницу отвезти. А что? Горлом кровь хлещет. А тебе что? Совестно. Человек он. А ты совесть спрячь под печку, а душа в соседи уйдет. Так я отвезу Никиту в больницу. Хоть в животе вернем и что? За ваш счет. Нельзя. Никогда этого не было. Я так ты все захотят в больницах лежать. Вот что. Скажи мне, почему ты меня тогда за ухо трепал? Рассердился. Рассердился, это я понимаю. Я не про это. Ну, ударил бы по уху, в зубы дал, что ли. А почему ты трепал, как будто я мальчишка перед тобой, а? Не люблю я людей бить. А, дикой ты парень. И все у тебя не так, в самой башке не так все. Ну скажи, плохой я человек, а? А вы как думаете? Я? Врешь. Я человек хороший. Я продуманный человек. Вот ты и грамотный, и речистый. Говоришь про то, про сё, про звезды, про француза, про дворян, про правду. А вот давай спорить, ну. О чем? А что я тебя умнее? Ты сообрази, я неграмотный, никаких букв не знаю, только цифирь. А вот у меня большое дело. 43 работника. Вот ты и грамотный, а работаешь на меня. Вот захочу настоящего студента найму, а тебя прогоню. Вот захочу, всех прогоню. Я тут особого не вижу. Врешь. Ты одного человека не прокормишь. А я кормлю 40. Вот тебе ум и правда. А. Не вы их кормите, а они вас кормят. Вот правда. Кыркаешь ты все. Кр, кр, кр. Правда. О. Правда. Да вот нами я не про Вселенную читал. А Вселенная устроена так. Я хозяин, мне дано руководить. А вам работать дано. А полиции смотреть, чтобы порядок был. Вот захочу 8 мешков. 9 месить будете. А мы не захотим и месить не будем. Хм. Фордыбачишь против меня. Про хозяев ты говоришь опасно. И все это глупое от тебя от молодости лет. Ты другой бы сейчас взял, позвал бы околоточного, целково ему в зубы, а тебя в полицию. А вы позовите. А зачем же, успеется. Когда нужно будет, позовем. Вот Никифорович на ведне спрашивал про тебя. Что спрашивал? Про характер, про язык. Я сказал, что характер, мол, плохой, язык длинный. Слушай, хочу я тебя приказчиком сделать. Я не пойду. А чего? Не с руки мне. Как не с руки? Ну так, не по душе. Опять душа. Показали бы я хоть раз, чтобы пощупать душу. Ты думаешь, у Артема душа, у Осипа, у Кузина. Душа. И про что книжка? История про народ русский. История. А кто может знать мою историю? У тебя ее еще совсем нет. Да и не будет никакой истории. Мне работать надо. А, говоришь, что много лишнего. Все это глупость и вредно для тебя. Ты старайся, чтобы я признал тебя. История. А вы уже признали. А? Признал. Верно. Признал. Да только нужно, чтобы я тебе дорогу дал, а я могу не дать. Эх ты, глупцеватый человек, Около тебя счастье ходит, а ты... Эх, черт! Тьфу, дура калеченная! Ну вот что, признать-то признал. Поговорили о человеке, о душе. А только завтра ты свинушку моих покормишь. История. Врет он. Кто? Хозяин? Он. Есть душа во мне. И в Артеме есть, и в Пашке есть. Эй, погоди, погоди. Это зачем? Помалкивай. Твоя сила для других делов хороша будет, ее беречь надо. Сила один раз в жизни дадена. Кусайте, кусайте их, отшельнички! Кусайте их, шельмочки! Отравлю я их. Замучил он нас, отравлю. Зачем это нужно? Облегчить нас. Дай ему удар. Не годится это. Не так надо. Не годится. Не годится, не годится. Все равно и ты не вытерпишь. Сломит он тебя. А грохало чей? Хозяйской. Ага. Врешь, быдло. Егор. Ни кулака, баски нет. Цыть! Это что, мамаш или сестрица? Хозяин. Да. Ты студента Плетнева ученик? Ох, лиха беда может случиться с господином Плетневым. А что? А ты заходи ко мне в будку чайку попить. Расскажу. Давно не видал Плетнева? Давно. Некрасивый, а хорош. Кто? Господин Плетнев. Во-первых, не господин. Господином он будет, когда выучится, пока студент. А во-вторых, что значит хорош? Веселый, молодой. Во-первых, и паяц в балагане тоже веселый. Паяц за деньги веселится. Цыц. Во-вторых, и кобель. Утенком бывает. Паяц вроде обезьян. Цыц, сказал я, между прочим. Слышала? Слышала. Плетнев, молодой человек хороший, а незримую порвать старается. Чего? Незримую нить. Понимаешь? Не пойму. Ну, примем государя-императора за паука. Ой, что ты? Тебе молчать, дура. Это говорится для ясности, а не в поношение. Кобыла. Убирай самовар. Незримая нить, как бы паутинка, исходит из сердца его императорского величества, государь-императора Александра III и прочее, и прочее, и прочее. И проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство господина губернатора и все чины вплоть до меня. И даже до последнего солдата. Этой нитью все связано. все плетено. Незримой крепостью ее держится на века вечные государево царство. А политишки, жиды и русские, подкупленные хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно. Будто бы они за народ. Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Ты парень честный, умный. А в булочную, где Ленкову студенты шляются. По ночам сидят, песни поют. Ежели один, понятно. А когда много, а? Нечто пристало тебе булочником. Ты мог бы не меньшие деньги заработать другой службой государеву царству. Гляди, тебе идти пора. Давай штаны. Царь народу Бог. Бог. Вот она жалеет юношей, плачет. И мне жалко. Однако что может сделать студент против государя-императора? Кобыла. Стерво старое! Ты не верь ему, ни единому слову не верь. Он тебя ловит, врет он, все знает про всех, и этим живет. Это охота его, людей ловить. За кем он теперь следит? На рыбнорядских номерах за каким-то. Не знаешь фамилию? Большой такой, бородатый. Бородатый? Вот все, что я могу вам рассказать о себе. 10 лет ссылки не сломили моей воли. Работа в деревне предстоит нелегкая. Но я предпочитаю ее всем этим бесплодным спорам. Лавка, где мы будем работать, в Красновидове, может быть открыта в ближайшее время. Я думаю, что туда удастся перевести и типографию. Я был у городового Никифоровича. Ну что? Вам небезопасно оставаться в городе. Он знает, где вы живете. Он о вас все знает. Я чувствовал это. Но я чисто как голубица. Им придраться пока не к чему. И кроме того, мы скоро уезжаем отсюда. Да, мы скоро уезжаем. Странники по большой дороге сквозь сердце мое прошли, в печалях, сомнениях, тревоги тысячи детей земли. Немногих с грустью милой я в памяти сердца храню. За то, что они дали силу сердца моего огню. Что, милые, больно, а? Чко-чко. Что, родные? Чко-чко. Отшельнички, шельмочки мои, а? Затворницы мои. Чко-чко. Отравили родимых. А кто? Знаю. Мне Козин донес. Ждут, что ли? Погоди. О, сволочь народ, а. Надо бы прирезать. Зачем? Пускай живут сколько дано. Прирежем колбаснику, продадим. А дохлые куда они? Не возьмет колбасник. Как не возьмет? Скажу, рассердился на них и велел приколоть. Скажу, здоровы были. А? Режь. Ты велел свиней отравить. Подохли? Скажешь хозяину? Что теперь будет? Ох, мать честная, спятится наш хозяин, сорвет он Яшке голову. А при чем тут Яшка? А это уж так положено. Всегда в артели за больших маленькие отвечают. Наварили, напекли. Работище взвалит чисто каторжником, а вы откажитесь. От хлеба не откажешься. А вы ведь сами хвалились, что ваша работа поставила заведение Семенова. Если дружно возьмемся, от заработков не откажется. Жаден. Скоро ли в больницу? Сил моих больше нет. Максимыч. Это как ты говорил? Как у тех на фабриках, у морозовцев. Черт возьми. А что, если в самом деле? Ничего, если что, я буду тебя защищать. Ребята, Осип, Артюша, что долго ли мы будем терпеть, братцы, родимые? Ну, писал в газету. Говорил, что у меня лари гнилые, тараканов много, работники больны в сифильсе, грязь везде, а? Ну, пришла полиция санитарная. Дал я им все вместе 25 солкачей. А вот тебе. Все по-старому. Все тараканы целы. И все это может обратиться против тебя. Да тут во всем квартале полиция в моих калошах ходит. Все начальство моими подачками питается. Ну, куда тебе? А ты ведь лезешь. Таракан, супротив собаки. Тараканы-то те... Да люди другие. Ха, люди. Вот будут твои люди 9 мешков несить. 10 мешков. Дрыхнешь. Встань. Встань, сволочь. Ну? Видишь? И тараканы старые, и люди старые. 10 мешков месить будете. Встань! Это Яшка! Яшка свиней отравил! О. Будет! Это кто? Я, ты. Ты погоди, Василий Семенов. Не дерись. Будет! Не хотим! Мы тебя обогатили, мы! Всю мою силушку съел ты! Чем перед Богом похвалишься? Эх, хотел! Что и всем мешком мы не согласны! А? Мы тебя обогатили! Мы! Что ты нравишься? Ну вот. Вот оно что. Вот как бывает, ежели дружно, отдельно-то, вот оно. Мы ему покажем. Вот как свободно. Усиками шевелит, Яков Захарович. Песню! Играй! Играй! Человека, за то, чтобы чувствовал силу свою, достоинство и гордость, за дружбу и силу трудового человека, за дружбу, любовь, знакомство. Эх, люблю вас, братцы, черт возьми. Мать честная, до чего иной раз, братцы, славно душа играет, словно гусли мордовские. На медне вот, когда все дружно взялись против Семенова, вот сегодня, вот сейчас, что можно сделать? Эх! Артельно ее отца бить сподручней. Теперь вот вижу себя благородным человеком, и шабаш, и знаю способ жизни. И верно сказал ты, Максимыч, что все мы люди достойные. Выпьем, братцы, за достойных людей! А ты слушай и слова подбирай, не сойдутся ли в стих. А как я узнаю, что сойдутся? Да ты узнаешь. А если сойдутся, да не в тот стих. Иного не может быть. На счастье для всех стих один, другого нет. Еще ты нам, ах ты, напоследок слово. Очень нуждаемся мы в слове. Видишь ты прямое, верное слово. Скажи, где идти, как идти? За любовь. Да такую любовь, чтобы все сердце наполнилось. И Семенова? А Семеновых нам любить нечего. Да и нас они не очень-то любят. Наша сила в дружбе. За нашу дружбу и любовь. Эх, запеть бы теперь. Запеть, а? Стол! Не лиси! Слушай! А? Ну, здрасте, что ли? Водку пьете? Выпей, Василий Семенович, с нами. За наше здоровье! Не сердись на нас! Ладно, не Юли. Мы ведь тоже люди. люди. Арестанты вы, они люди. Ну, ладно, давай выпьем. Черт его принес. Мы, почитай, все тут одной волости, одной земли. Вера, одной земли, а? Но разной масти. Верно. Но к чему это собаки и волчьи повадки? Такая собака дома не сторож. А ну-ка, солдат, спроси еще дюжину пива. Дюжину пива! Господи, с чужими людьми озеро водки выпил. А вот с своими давно не приходилось. А ну, песню давай, включи! Студенты бунтуют, православные! В аудитории лекции жандарма! Отказывают борьбы с студентами! Мы не дадим! Не дадим! Полиции! Ваша скорость! Господин городовой! Вы не смеете вас создать! Гурия Александровича арестовали. Пропал юноша. Делаете? Пишу. Стихи? Нет. А что? Записку о своей смерти. И не могу написать. Ах, как остроумно. Я умер потому, что никому не нужен. Вот если добавить недюжин, выйдут стихи. Глупо и смешно. Послушайте. Чего вам? Принесите мне анатомический атлас. Ладно, принесу. Вы, сударыня, знаете без сомнений какое-нибудь средство против зубной боли. А у меня зубная боль в сердце. Это скверная боль, и от этого очень хорошо помогает свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем. Генри Гейми. Умный монах был Бертольд Шварц. Кто умный? Бертольд Шварц. Получайте. А зачем это вам? Хочу посмотреть, как помещено в груди человека сердце. Все царапины, обиды тянутся к нему. Паутина. Как у Никифоровича. А вы знаете, Гурия Плетнева арестовали. У меня никого нет. В моей душе, как в холодной глубокой яме. Понимаете? Паутина. Фу, какой вы скучный. Конечно, скучный, ежели почти покойник. Скучный. Пишу я им что-нибудь смешное. Опять бросал. Стой здесь. Что, подкинули? А? Подкинули? Офицершим барыням, знает? Каждую ночь бросает его. Замерзает? Пожалуй, замерзнет. Пожалуй, замерзнет. Обратно прокинуть, убьется там? Снег есть? Снег? Снег за забором есть? Снег за забором есть, не знаю. Наверное, есть. Да ты возьми его за пазуху, а? Ему спасение, а тебе теплее и веселее. А, да, верно, верно. Верно, теплее, веселее. Ну, прощай, брат. Прощай, брат. Ах ты, кошкина кот, замерзал совсем. Прикинет обратно, увьешься там. А? Ты зачем ночью гуляешь? Холодно кошкам-то зверям, а? Жалел тебе человек. Теперь тепло. Ох, как тепло, а? Кем вот ты? Кто тебе стрелял? Кто стрелял? Вот, на каме. Каме? Я не знаю, сами. Сам себе стрелял. Ай-яй-яй. Кошкам-то, зверям жалел, себе совсем не жалел. Ах, дурной голова. А я тебя... знаю. Знаю. Ты сторож татарин. Татарин, да, сторож. Прости, брат. Ничего. Молчи. Ничего, ничего. Кто такой? Пьяный черт. Сам пьяный дурак. Он совсем тверезый был. Моя видел? Берите, берите, берите ее. Давай. Алексей Максимович Пешков. Маша, Маша, послушай, вчера в 8 часов вечера на Подлужной улице на берегу реки Казанки Нижегородской цеховой Алексей Максимович Пешков выстрелил из револьвера себе в бок с целью лишить себя жизни. Рана признана опасной, при Пешкове найдена записка следующего содержания. В смерти моей прошу обвинить поэта Гейна, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при всем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и осмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я Алексей Пешков, а из всей записки, надеюсь, ничего не видно. Ежели начал ты дело, то должно быть кончено. Поднял всех. Но если не вышло, то расскажи, поясни людям. Тише, тише, профессор Студянский, тише. Вот, пожалуйста, снимите повязки. Здесь мы видим совершенно иную картину. Функции психики, желает того, что не по силу, так сказать, несбыточные мечты. Это лекции по социологии, господин профессор? А? Да. Ну вот и результат. Через 3 дня он должен умереть. Вы врете. Я не умру. Не умру! Да. Закройте его. Никакого им дела до нас нет. А коли хочешь жить, так живи и терпи, брат. Это что? А вот они с Семеновым мирились. С Семеновым. А бежали как по улице. Бежали как. Здорово. Максимыч. Здравствуй. А лимон отличный. С чаем будешь. Похудал-то как. Да не больно. Конечно, болезнь не ласкает. Ну ничего. Мы поправим. На-ка, вот сушки. Ну, осьмуха сахару, конечно. Курить тебе дают? Братцы, как я рад. Как я рад. Не дают курить. Ну, пес с ними. Я вот тебе и табаку припас, и леденцов. Вот когда курить охота, ты леденца пососи, все легче будет. Хоть и не то. Спасибо, братцы. Спасибо. Спасибо, братцы. Когда на выписку? Чего спрашивать-то? Хоть сейчас. Ты, брат, как сымешься, к нам вали. Конечно. Работу выищем полегче. Лежать скучно. Ну вот, спрашиваешь. Так-то. Эх, братцы, черт возьми, братцы, братцы. Эх ты, как же так? Ударил ты нас. А еще говорил, братцы говорил, правда. Драться, говорил, надо. Любить жизнь, ненавидеть Семеновых. Эх ты. Братцы, дорогие, братцы, родимые, братцы, так и будет. И выздоровлю, но долгую, упрямую жизнь. Ты слова собирай. Ладно. Собирает. Помнишь? Сторож, татарин, а? Помнишь? Здравствуй. Болезнью ушел? Не понимаю. Не понимаю, что это за история болезни? А история его такова. Пешков Алексей Максимович, цеховой, холост, роста очень высокого, голос глухой, не заикается. На левой стороне груди след огнестрельной раны, начитан, хорошо владеет пером. Исходил почти всю Россию, все большей частью пешком. Подлежит задержанию как лицо опасное, подлежащее привлечению по статье 250 статьи уложения наказания, предусматривающее составление сообщества и имеющее целью бунт против власти верховной. Ясно? Ходит. Эй, куда, земляки? Город. Голодно в деревне-то. Голодно, очень голодно. Здравствуйте, куда путь держите? Город. Голодно у нас. Ой, голодно. Что, ударили? Уйди! Уходи! Уходи! Лежи, сейчас родишь! А ты кто? Вроде как бы человек. Конечно, человек. А как ты наши дела знаешь? Учился этому. Студент. Слыхала? Матерной груди, родивушка моя. Шуми, Орловский, кричи, человек, ори, ори, новый житель земли русской.